Всем привет! В этом видео я буду моделировать средневековый стул в программе 3D Max. Если у вас во время видео возникнут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Позже я сниму отдельное видео по разбору ваших вопросов. Ну что же, поехали! Звук я выключаю.
Ну что же, для моих нужд модель готова. Я ее закончил. Здесь мне не нужно делать развертку, просто от меня требуется модель. Ну, я надеюсь, вам это видео было полезно. Вы увидели для себя что-нибудь новое или хорошо забытое старое. Ну, а я на этом видео заканчиваю. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!